Всем привет! 4 октября, 8.12. Да что такое? Приехал на место. Не был я еще здесь ни разу. Хочу посмотреть клюкву на этом болоте. Есть, нету. По дороге несколько болот было таких очень привлекательных. Хотел остановиться, потом думаю, не, уже не первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Потом не доеду в итоге. Буду сидеть. Была там ягода, не было. Поэтому решил, что все-таки съезжу. По плану проверю. Не будет. Вот потом на те болота и заскочу. Брусники здесь нету, по ходу дела, на этих делянках. Такие они. Не брусничные, скажем так. Никого в лесу не видно. Машин не встречал. В этой стороне никого. Ну и хорошо. 8.30. Что-то не нашел я ягод. Так, попадаются отдельные. Вон, чуть-чуть собрал. Совсем мало. Сейчас пойду вот туда еще схожу. Там гляну. Если нету, то другое болото. Тоже интересное. Не, здесь тоже нету. Очень много вороники попадается. И очень много кустов морошки. Прямо вон, видите, сколько. Поэтому за морозкой в следующем году я, наверное, сюда заеду. Такое как раз место полутень. В таких местах обычно крупные ягоды-то и урождаются. Ну все, ладно, поеду на предыдущее болото. Второе болото. Сейчас пойду смотреть. Топковато, конечно, тут идти. Пока ничего не видать. Надо туда поглубже зайти. Так, что-то есть. Начало неплохое. Посмотрим, что дальше. Ну вот, маленько нашел. Попадается. Ну, такое местечко. Маловато, конечно. Ну, до обеда, думаю, мне здесь хватит места. Потом дальше поеду. Ходили здесь люди, видно следы. Но ничего не нашли. Вот это местечко стороной прошли, вот там вот. По краю, а там нету. Она вот здесь. Там в центре ходили, тоже там нету. И вот туда я еще не ходил, с левой стороны. 12.26, нашел клюку. Вот током, можно сказать, недавно. Здесь в центре оказалось ее чуть левее. Много. Ну, как много? На одного, на двоих. Тут конкуренты еще пришли, двое. Так что... Ну, на сегодня мне хватит собирать здесь. Сейчас пойду, литров 40, наверное, собрал, вынесу, чайку попью. Попробую сюда поближе подъехать. Маленько не там машину поставил. Вот такая вот красотенька. Не дошли до сюда люди. Конкуренты свалили, замечательно. А тут топка, видимо, побоялись суваться. Но я бы не сказал, что прям очень. Нормально. Ну, максимум тут, не знаю, по колено провались. Палка прошевелил дырку там. Песок внизу. Нормально. 16.04. Еще 40 литров собрал. Ну, вот еще половину мне надо пройти. Я только полболота прошел. Завтра сюда же получается. И вот есть вот там вот за этим лесом,
Ну, правда, далеко шагать, очень. Интересная очень такая болото. Прям так меня туда хочется туда сходить. Но это надо тогда, когда уже все везде, нигде ничего не будет. Приехать и специально туда шагать. Ни сегодня, ни завтра я туда не пойду. Итак, вышло 3,350, но ведро оставил на чистку, переборку. Ну, не продам, так заморожу, посмотрим. Я думаю, зимой все-таки я смогу скинуть. А хочу вообще килограмм 100 на зиму заморозить хотя бы.